Новосибирск привез выставку знаменитый современный художник, рисующий котиков, Вася Ложкин. Ну, значит, это повод для нас поближе с ним познакомиться. Знаменит он именно тем, что вот основные герои его картин, именно вот эти вот хвостатые, усатые. Любит он котов рисовать, причем, как правило, это коты оранжевого цвета. Вот такая фишка у художника. И когда он приехал в Новосибирск, конечно, состоялась встреча журналистов с ним. И, конечно, у Васи спросили, а почему, собственно, пишет он картины с котами? А коты? Потому что, во-первых, я люблю. Я из детства, ну как так уж получилось, что у нас в семье всегда, ну с малых лет они всегда жили в нашем доме. Как вот я еще прабабушка была, жила бабушка. Ну все, в общем, всегда какие-то были коты, кошки, в общем, они всегда жили. И сейчас у меня же как бы естественно такое, хотя и собачки есть. А, вот. Кот, я всегда очень любил этих животных. И если говорить о изображении, но это не совсем как бы у меня коты в таком чистом виде, скорее такие полулюди, полу какие-то вот такие. То есть вот в нарисованного кота человеческие качества вложить проще, чем в собачку. Ну, мне так, во всяком случае, кажется. То есть вот меня спрашивают, что ты собачек не рисуешь? Они же тоже классные, да? Да, они классные. Но я пробовал, ну вот как-то собачка, вот, она как-то вот очень, как сказать, очень радикальная, что ли. То есть вот она либо радуется, либо там печалится, но вот так. А здесь какая-то хитрость в этих есть животных, какая-то двусмысленность. Даже какая-то, может быть, мстительность, ну и так далее. То есть у них больше гаммы чувств можно в выбор. А так как я в основном рисую какие-то пиковые состояния, эмоциональные, то в кота больше и больше вот эту гамму можно поместить. Ну, мне так кажется. Ну, и потом, потом это просто красиво, оранжевого кота рисовать это очень здорово. И также Вася рассказал историю о том, как он рисовал даже не просто кота на холсте, а кота объемного. Вот у меня был лет так 5 назад, даже 6 лет назад, я делал сделали скульптуру на основе моего рисунка, сделали по пластику большую скульптуру, она должна была стоять в супермаркете Нового Уренгоя. И мне надо было ее раскрасить. Она была серая, из такого пластика делана. Сейчас, кстати, у меня супермаркет, по-моему, закрылся, и что-то такое с ним случилось. В общем, мне ее привезли уже все обрушено. И вот я сидел как-то ночью, где-то было часа 2 ночи, я окрашивал оранжевой краской огромного такого кота. И поймался на мысль, что я взрослый 40-летний мужик, в общем-то, и кто-то сейчас ночью сидит, может быть, на дежурстве, где-то там, а я раскрашиваю оранжевого кота. И не самая плохая, в общем-то, занять. Ну, честно вам скажу, это очень большой кайф рисовать оранжевый кота. Просто очень большое удовольствие. Это Вася Ложкин, выставка которого сейчас идет в городском центре изобразительного искусства. Ну и раз уж мы о котиках заговорили, то я думаю, нет никаких оснований не послушать песню Жанны Агузаровой.